экипаж самолета Ю-18. Эта милая девушка-стюардесса были первыми ташкентцами, с которыми я познакомился. Мне еще не приходилось бывать в столице Узбекистана. По дороге в Ташкент я думал о том, как в сущности редко мы путешествуем по своей стране. Иные туристы добрались до самых далеких заморских краев, но мало знают прекрасные родные земли. Экипаж желает вам счастья на нашей земле. Какую страницу нашей жизни откроет мне этот город? Некогда шумный перекресток караванных дорог, Ташкент теперь центр великих воздушных путей, соединяющих страны и континенты. Снизившись до высоты птичьего полета, уже можно почувствовать красоту узбекской столицы. Театральная площадь. Мне рассказывали, что еще не так давно здесь был большой базар, ветхие дома и узкие улочки. Теперь здесь вполне современный караван-сарай, гостиница «Ташкент». Действительно гостеприимная обитель для людей из разных стран и для приезжих из районов республики. Из окна своего номера я любовался театром оперы и балета имени Алишера Наваи. Ревизец и кисти самобытных национальных художников вдохновенно коснулись этих стен. Праздничные дни или под вечер, особенно оживленно на театральной площади, одни спешат на спектакль, другим просто приятно постоять у фонтана, подышать воздухом, проникнутым прохладой. Здесь можно встретить и индийскую семью. Больше всего я любил бродить по ташкентским улицам, всматриваться в их жизнь, ощущать их ритм. Как не похоже это на дремотный, медлительный Восток. Привычному комфорту ресторанов я предпочитал аппетитный шашлык прямо на улице, приготовленный на ваших глазах. Влекут в себе ташкентские рынки, живое свидетельство щедрости узбекской земли. Субтитры сделал DimaTorzok.
глядя на весь этот неугомон и в то же время такой спокойный мир, я мысленно переносился к памятнику 14 ташкентских комиссаров. В бурные годы борьбы за революцию они были расстреляны белогвардейцами. Есть прямая связь между подвигом этих людей, героически утверждавших советскую власть, и буднями сегодняшнего Ташкента. Когда полководец революции Михаил Васильевич Фрунзе вел войска молодой Красной Армии, чтобы очистить советский Туркестан от белогвардейцев и интервентов, совсем не таким был Ташкент. Вот на этом месте стояли кривые кварталы Бешагач, 5 деревьев. Не было этих домов и таких уютных бульваров. Не существовало голубого озера, рожденного трудом юных и девушек города. Не было этой площади. И этой площади. Не правда ли, сверху кажется, будто это узбекская тюбетейка. В облике города сочетаются простота современной архитектуры и мотивы национального творчества. Причудливый орнамент, зубчатые арки, тонкая резьба. И здесь же бетон и стекло. С широкими магистралями и оживленными улицами вполне уживаются тихие дворики, полные неповторимого очарования. Этот дворик забрел Арык, берущий начало где-то далеко в снежных горах. Оттуда устремляются живительные потоки, пересекающие весь город, неся ему свежесть, прохладу. А это самый большой Арык, великан Кор, когда-то расстрелявший Ташкент на 12 лет. Старый и новый дом. Теперь есть один Ташкент, обновленный, с каждым днем хорошеющий. Чиланзарский жилой массив, новый район города, созданный за последние годы. Шумят листвой потажные здесь деревья, сливаясь с зеленым нарядом узбекской столицы. Как заметил норвежский писатель Уле Греф, весь Ташкент похож на гигантский тенистый сад. Можно ходить по нему целый день и не быть на солнце. Ровные, как стрела, проспекты с многоэтажными домами. Вплотную подступает к старым саманным улицам, и многие из этих домиков доживают последние дни. Здесь-то и был раньше старый город. Теперь о прошлом будет рассказывать лишь реставрированное медресе Кукельдаш.
Тут в старину находилось лобное место, где по приговорам ханских властей казнили осужденных за политические преступления и проступки против шариата. Условно вспоминает об этом великий Алишер Наваи, чьи строки живут и сегодня. Народам и державам тем расцвет, где справедливость есть, где гнета нет. Творения величайшего поэта изучаются в Институте Востоковедения, одном из 28 исследовательских институтов Академии наук Узбекистана. Здесь собраны произведения Беруни, Ибн Сины, Улугбека, древних поэтов и мыслителей. Мудрость тысячелетий и молодость покорителей атома живут в Ташкенте рядом. Узбекский институт ядерной физики, обладающий атомным реактором, исследует новые проблемы мирного использования атомной энергии. Служат миру и эти голубые корабли. В индустриальном Ташкенте сотни предприятий. Каждый день из ворот Ташсельмаша уходят самые современные уборочные машины в колхозы, на поля. А осенью с полей тянутся караваны с хлопком. И в цехах промышленного гиганта, ташкентского текстильного комбината, хлопок превращается в цветистую ткань. Здесь припомнилась мне паранжа, которую я видел в Ташкентском музее. Она давно уже не закрывает от мира лицо узбекской женщины, работницы и ученой, врача и артистки. Если бы меня спросили об этом городе, сказал один иностранный гость, я ответил бы, Ташкент — это дружба, Ташкент — это мир. И, может быть, с особой своеобразной силой ощущается правда этих слов в чайхане стариков. Почти рай земной, шутят старики, и толкуют в этом раю о всех событиях мира. Но ташкентские старики вовсе не хотят уходить на покой. Немного в стороне от главных улиц живет 82-летний Ризамат Мусамухамедов, герой социалистического труда, старейшина узбекских виноградарей, почетный академик. Он и сейчас не расстается с делом своей жизни. И сын его, аспирант Мухаммед Керим, растит плоды, которые воистину можно назвать прекраснейшим даром земли. Но вернемся в знакомую чайхану. Я часто бывал здесь, восхищаясь неиссякаемой молодостью ее завсегдатаев. И таковы они не только в чайхане. Но все-таки гораздо больше, чем ценителей футбола, в Ташкенте любителей плова. После работы или выходной день компания друзей может прийти в чайхану и собственными руками изготовить традиционное национальное блюдо.
удивительно тихие и свежие вечера, искусство приходит на улицы и площади, и тогда вы словно попадаете в сказку из «Тысячи и одной ночи». Кажется, что перед вами волшебные звездочеты восточной легенды. Нет. Это наши старики, бодрствующие, несмотря на поздний час. Внуки и правнуки помогают им приобщиться к загадкам Вселенной. Я покидал узбекскую столицу в осенний день, унося с собой тепло города, который я полюбил. Теперь уже моего Ташкента. Города древнего, вечно молодого. Города, где в настоящем уже видно будущее.